Никто не будет отрицать, что коллекционирование – это страсть. Кто-то собирает марки, кто-то значки, кто-то спичечные этикетки и открытки. В жизни таганрожца Василия Дащенко собирание картин началось с двух маленьких акварелей. Интерес к искусству появился у него давно, но раньше в молодости, по его словам, на живопись не было ни денег, ни времени. Мы пытались подобрать здесь работы, которые отражают наш город, то есть культуру нашего города, пейзаж нашего города. Здесь очень есть хорошие лирические пейзажи Левады, которые написаны с любовью. Чувствуется, что человек любит этот город. И в то же время смотришь на пейзажи, городские пейзажи Чумакова. Да, они написаны. То есть он, то, что он живет в окружении чего. Коллекционирование картин называют самым благородным проявлением натуры человека. Собрать солидную и хорошую коллекцию в наше время достаточно сложно. В собрании Дащенко есть известные живописцы, есть и полотна безымянных художников, которые ничем не прославились. Серьезных коллекционеров, у которых действительно стоящие коллекции, в нашем городе нет. Он, Василий Дащенко, один такой. Личный пример коллекционирования у него очень простой. Картина должна тронуть душу. Я пытаюсь, собирая художников, я пытаюсь, как раз отталкиваясь от пейзажа настроения, я пытаюсь найти в художниках, в работах художника, то, что они чувствовали, когда выплескивали. И когда я подхожу к работе, говорю: ой, слушай, здесь что-то есть. И если я к этой работе подошел второй и третий раз, значит, она меня трогает. А потом уже я смотрю на манеру. Я просто хочу показать людям, мы живем в прекрасном городе. В этом городе проживали и проживают прекрасные художники. Истинная любовь к живописи, к ее создателям – главная черта настоящего коллекционера. Собиратель Василий Дащенко считает, что в Таганроге немало отличных художников, как старой реалистической школы, так и молодых, произведения которых продаются на престижных аукционах. Но в целом художники Таганрога – народ небогатый, а потому приобретение каждого полотна – это еще и поддержка таланта. Сам собиратель не устает повторять: берегите провинцию, здесь есть чистота, искренность, тепло души. И в картинах наших таганрожских художников эти качества видны по-особому ярко.